Кис-кис, мастер. Кис-кис. Кис-кис. Неси-то. Неси-то. Кис-кис, мастер, пошел. Ну и чего там? Все нормально или пороги криво получились? Нет, нормально. Че, как пороги получились? Кривые или нет? Кис-кис, мастер. Кис-кис, мастер. Ровно, нет? Да, кис-кис, мастер оценивает работу. Вот. А, пошла внутри смотреть. Что-то говорит, там кривовато как-то, да? А снизу нормально проварил? Два специалиста общаются. Обсуждают, ровно ли я поставил крыло, либо нет. Приветствую вас в очередном выпуске Stronghold Mod. Сегодня я буду заниматься салоном вот этого Ford Scorpio Sedan, то бишь демонтирую торпеду, которая за все время ремонта успела покрыться не одним слоем грязи. И, собственно, нужно будет, помимо того, что ее отмыть, также внутри там все отмыть, подшаманить всю проводку, достать электронные блоки управления. Ну и, собственно, глянуть вообще там, что к чему. А, кстати говоря, нужно ведь еще и печку проклеить, все заслонки, а значит, нужно будет демонтировать еще и корпус отопителя. Ну, там, со всеми заслонками и все такое. Ну и разборку салона, думаю, следует начать именно с подушки безопасности. Подушка безопасности выкручивается совсем несложно. С обратной стороны там есть два болта, которые выкручиваются торксом на 27. Вот такой вот ключ торкс, размер 27. Вставляем в дырочку с обратной стороны. Вот она у меня. Ну, не знаю, возможно, у вас там заглушка какая-то будет, ее уберите. Вставляем туда этот торкс на 27, выкручиваем. С обратной стороны, ну, то бишь, с другой стороны зеркально, второй болтик, вот это отверстие, и собственно все. Ну я вот так повернул еще руль для того, чтобы было удобнее их выкручивать. Все, выкрутили эти болты, там буквально несколько витков, и достаем нашу подушку безопасности. Она еще у нас будет подцеплена вот на такой вот желтый проводок, его отключаем, и все, наша подушка безопасности в руках. Убираем ее куда подальше, дабы статическим электричеством не бахнуло. Я слышал то, что такое возможно. Ладно, если, кстати, вы делаете это все с подключенным аккумулятором, то вы дундук-дундуком. Нужно аккумулятор отсоединять перед тем, как доставать любую из подушек безопасности. Ну, ту же подушку безопасности там доставать не придется, потому что она прикреплена к самой торпеде, и всего лишь там нужно будет отцепить вот такой вот проводок. Себе 11-я какая. Короче, начинается уже гроза, поэтому буду говорить быстро. Проклеиваю я тут радиатор отопителя, то бишь его заслонки. А заслонок здесь две. Вот, например, раз, два. С другой стороны одна совмещенная заслонка. Она у нас играет роль, когда переключается. Блин, там уже вовсю грохочет.